Это неправда, что головные вши любят грязные волосы. Чистые волосы не такие сальные, и по ним проще передвигаться. А в длинных волосах больше места, где можно прицепиться. У головной вши 6 лап с когтями для того, чтобы цепляться к волосам. Чаще всего на инфицированной голове не более 10 вшей, но может быть еще много всего. Коконы, в каждом из которых сотни яиц. Женская особь вши может жить на одной голове около месяца и отложить до 60 яиц. Если у кого-то в доме вши, без надлежащего лечения существует большая вероятность того, что будут заражены и все остальные. Эти вши питаются нашей кровью как минимум раз в день. При укусе они впрыскивают слюну, которая предотвращает свертывание крови. Тело молодой вши прозрачное, но после первого приема пищи оно приобретает свой цвет. От плотяной вши избавиться намного сложнее. Ей тяжело жить на человеческом теле. На нем не к чему прицепиться и негде спрятаться. Поэтому они скрываются в полах и складках грязной одежды. Как только одежда соприкасается с телом, вошь приступает к делу. Они откладывают в 2 раза больше яиц, чем головная вошь, живут в 2 раза дольше и питаются по нескольку раз в день. Если плотяная вошь пьет кровь, зараженную инфекцией, то болезнь может передаться человеку через их экскременты. Зараженные экскременты высыхают и превращаются в пыль, которая легко сдувается. Проблема заключается в том, что если после укуса вы почешетесь, то можете повредить кожу и втереть зараженные экскременты, позволяя болезни проникнуть в кровь. Плотяная вошь может являться переносчиком таких смертельно опасных заболеваний, как ТИФ.